сказали, он какой-то нереальный. Просто на Бали так сложилось, получилось, я не знаю почему. Ну, короче, вот просыпаешься утром, а тут уже все собираются на рафтинг. Мы бегом, тоже, конечно. Тут круто, когда тебе даже ничего думать не надо, а все само складывается. Мы немножко позже расскажем, что Манки организовывает вообще это все, оказывается. Он все сразу нам не говорил почему-то. Мы тут мучились, куда нам поехать. Вообще никуда ехать не надо. Нам приехать к нему и сказать, организуй нам отдых. Данино, прибей. 9 часов, мы уже грузимся в автобус. Да, едем. Дарина как королевишна с Манки себя чувствует всегда. Красотка. У девок 70 села зачита. Она говорит, у них еще соточка есть. Да. Я говорю, мы такой даже не видели никогда, под 50 максимум. Но у нас 70 есть, очень дорогой, я купила за 2500 с собой. 2500 для лица. 70? 70. Он стоил... это косметический. Вот этот маленький, да, это премиум, какая-то линейка, не русская. It's expensive? Ну, не знают, короче, цены. Конечно. Вы знаете, что уже по 16 лет? Мы в шоке были, когда узнали. Нет, одной 18. Они уже 3 года путешествуют при этом. Нормально все. Прикинь, 16. Ребята, 16 лет девочка, девочки. И она с 13 лет уже живет в Штатах. Путешествует. С 13 лет. Самостоятельно. Это вообще. В 13 лет ребенок уехал из дома и уже 3 года живет в Штатах, учится и путешествует по всему миру. Надо сказать, что мы живем по соседству, и сказать, что они себя как-то ведут, как наши сумасшедшие малолетки, нельзя. Они ездят только по экскурсиям, занимаются дайвингом, все, прилипают домой, ложатся. Да, они занимаются еще. Да, занимаются. Значит, вечером там куда-то не могут ходить, потому что, говорят, у нас класс. Как обычно, все самое интересное очень близко с нами, минут 20 пути, и вот мы уже... Hello? Там, где мы? Где будет какой-то водопад, наверное? Ребяточки. Вот он, самый главный дайвер. Ой, этот... Дайвер. Рафтер. Рафтер. И дайвер тоже. Рафтер. Вот местечко Нью Гангас и Спин. Они. Гигантские качели есть много в каких местах на Бали. Это вообще. По поводу цен, друзья, цены очень разные, поэтому для всех. Поэтому здесь нет какого-то там единого прайса. Все продают по разным ценам. Мы заплатили 300 взрослых, 250 ребенок. Есть бесплатная водичка. Входит в стоимость. Тут также можно купить мороженое. Чуть дороже, чем в магазине, естественно. И какая-то одежда. Вот, пожалуйста, друзья, цена. Взрослый $75. $75. И $50 для ребенка. Понимаете разницу, да? За которую купили мы. И почем они тут продают. Идем. Нас позвали, наверное, наряжаться. Вот тут есть шкафчики для вещей. Да? Можно оставить свои вещи. Для меня. Точно. Нам еще неслыханно везет, как обычно, потому что еще из Дарины останется йога, брат Манки. Вообще огонь. Это такой подарок для нас, потому что мы бы не смогли никуда сплавиться вместе. Кому-то надо беречь ногти. Помню, я как выломала вот все ногти на один раз на рафтинге, но они были у меня длиннющие. Я держалась вот так. Молодая, зеленая была. Сейчас без ногтей ломать нечего. Главное, руки побороть. Руки это важно. Мама тоже уже заготовили. Красавчик, сынок. Как будто строители, я что-то говорю. Девчонки наши, прям один в один наши таджики со стройки. Дарина нормально машет нам пока. Говорит, слава богу, что вы меня не берете. Выглядите вы не очень. Ну и вот. Тёма, я тебя поздравляю. У тебя первый будет рафтинг в жизни. У некоторых людей его еще не было взрослых. У него уже был. У него, короче, много чего было первого на Бали. У него был первый снорклинг. Ну такой настоящий. Практически дайвер, как у меня. И у меня тоже, кстати, да. Много чего. Первый рафтинг. Короче, вообще очень много всего интересного.
Знаете, иногда так нас удивляет, прямо аж до раздражения у меня, честно, некоторые комментарии. Вернитесь в Таиланд, там много чего интересного. Вы не представляете, сколько здесь всего интересного. Я не говорю, что в Таиланде нет ничего интересного. Тут говорить, что на Бали нечего делать, что тут неинтересно, но извините. Слушайте, я уже отсюда вижу, какая там высота нереальная. Ты видишь? Мы прям на горе, на скале на какой-то находимся. Ну, я надеюсь, что мы слышим. Блин, как классно. Ну-ка, дайте я посмотрю. Чем дальше, тем еще круче. Смотрите. Мы прям вообще по склону по какому-то идем. Вон уже реку видно, вон там. И слышно, конечно же. Офигеть, тут высота. Залоги такие. Вот тут машины сидят, кривые ступеньки, нет перил. Вот, мы уже видим лодки. Мы уже видим лодки, которые отплывают. Практически уже спустились. Народу очень много, судя по звукам. Чтобы не потерять камеру, я одеваю защитный чехол. Вот. И далее под музычку без звука. Далее, если мы не потеряем камеру, спокойное течение, все могут купаться, плыть рядом с лодкой. Артемий, расскажи свои ощущения. Я хочу туда, где очень быстро плывет. Да мы сейчас дальше еще будем. Расскажи ребятам, ребята не видели, что там было там вообще. Это было круто. Мы вот так отплыли. Артемий такой боялся. О, мне это нравится. Короче, для детей 5 лет. Да. Ну тут спокойно, смотри, народ просто рядом с лодкой. Ну это так, по желанию, кто хочет. Плывет. Понырять. А вообще тут очень, конечно, красиво, очень. В восторге. И у нас даже такая остановка на берегу, какой-то суп можно заварить там. Купить там кокосы. Женщина 3 километра носит сверху кокосы. И сейчас мы поедем дальше. Вот, потому что пешком я не собираюсь идти. Штаны порвались. Разорвались вся эта традиционная одежда под водопадом. У меня в первый день как бы это в поле вотер все порвалось. Ребята, это был самый лучший рафтинг из 2 рафтингов в нашей жизни. Первый. Это был офигенный рафтинг. Во-первых, мы не ожидали, что это будет так долго. Это было около часа. Окей. 2 часа. Да. Вообще круто. И, честно говоря, можно было даже Дарину брать. Ну, конечно, случаи бывают всякие, но жалейте. И в каске нормуль. А носят это все, естественно, женщины. Почему-то, я вот не понял, на дайвинге тоже, прикинь, мы когда приехали, я рассказывал.
приехали мужики, светлые такие с этого грузовика. Не царское это дело. Женщины. Взяли грузовик. Взяли эти акваланги на голову и потащили. Оказывается, рафтинг еще не закончился. Мы думали, что мы уже едем домой, но нас да, отправили в кафе. Вот мы сейчас пришли в кафешечку со всеми нашими ребятами. И здесь нас ждет еще бесплатный обед. Хотя я подумал, что мы уже едем домой и прикупил немного еды с собой. Там тунец с рисом и курицу для детей. Вот так вот. Вид из кафешки на опять же какой-то овраг. И там вот тоже красивые какие-то терраски там сделаны. Типа как рисовые, что ли. Да, супец. Курица, которую я уже купил, с рисом и с жареной лапшой. И вот такими вот сухариками, начинками. Вкусно? Не знаю, принято тут у них или нет, но я добавил рис в суп, и получился рисовый овощной супчик. Лайфхак. Нравится? Да. Да, конечно. Вкусно? Ух, ну и погодка, друзья. Всем привет! Сегодня мы отправляемся в еще одно интересное место на Бали, которое находится в районе пляжа Керамас. Правильно? Керамас? Yes. Yes. Там уже Кносвит Керамас. Да, возле Керамаса. И там мы будем, не знаю, вроде как чистить черепах. Вы готовы? Да, мы давно ждем встречи с черепахами. Я, кстати, про Керамас еще тогда читала, когда мы на него ездили, что там раньше откладывали черепахи яйца. Но потом... Люди ходят по пляжу и собирают, то есть черепахи оставляют яйца где попало на пляже. Их находят собаки и съедают. Соответственно, люди ходят, достают эти яйца, приносят их в специальные места, их там выхаживают, вот, и каким-то образом там кормят, там что-то еще, да, вот. Их можно, могли бы они сразу их отпускать на волю, как бы, да, и все было бы окей, но они решили на этом немножко зарабатывать. Ну, чтобы окупать, да, вот эти вот все телодвижения. Таким образом, можно просто приехать туда задонатить какие-то деньги, а можно купить тоже черепаху, как донат, и выпустить ее в море. Недавно комментарии, я знаю, что было. Есть полезный канал, а ты сам самолюбовать. Кайф. Вот это дерево называется Holy Tree. И они верят, что в них живут духи. Многие их слышат там по ночам, они там разговаривают и что-то там, короче, шумят. Я сказал, если вдруг ты там будешь проходить мимо и спилишь это дерево, ну так, бывает, да, идешь мимо и дерево спиливаешь, вот такое, то все эти духи будут приходить к тебе во сне, и ты не будешь спать до конца своих дней. Вот такая вот история. А вон туда посмотри. Бери щетку, давай чистить. Почему их надо чистить? Вот это хочешь. Потому что они сами себя не могут чистить. Вот, ребята, ставьте нам лайк, пожалуйста. Или отпусти в море. Море хочешь? Смотри. Смотри, ребята, когда зачистили вот таких голодьков. Мам! Привет, я не мам. Мам! Ну, вот тут большая. Папа, смотри. Ты видела черепаха? Ее ловить пойди, она вот такая большая, не поместится в наш тазик. Чистят все. Красавица. Ты не кусаешь? Не кусаешь? Папа! Папа это? Есть еще работка, есть еще одна черепашка, которую надо почистить. Попробуй. Вот, Ариша тут уже все вычистила. Хотела маленькую черепашонку принести, отпустить к ней. Говорит, это ее папа. Артемий, как у тебя дела? Отлично. Ч
Черепаха чистая уже? Еще нет. Смотри, а то панцирь сотрешь. У нее плечи очень мягкие, не как у нас. Смотри, не разбей. Ой, так поняла. Дарина сегодня уже стакан разбила. Если ты еще черепаху разобьешь, вообще будет обидно. Манки думает, привез волонтеров, нифига не могут, поэтому сам решил, короче, да это самое, до убирать за ними. Так. По-китайски помыли, согласись. Так, да, чисто. Я говорю, пора чисто мне, просто. Девочки, чисто так по верхам смыли, а швы оставили. А он, видишь, за ней идет и домывает. Вот он. Качество. Да, да, да. Хорошо, когда тебя не понимают, да? Ты можешь говорить, как бы. И пофигу, что они там подумают. Исторический момент. Оставляем свои имена в книге посетителей этого мероприятия, этого заведения. Все, отметились. Страну надо указать. Россия. Россия. Типа подписи и все такое. Посчитайте, природе помогли. Черепах почистили. Совесть, значит, чиста. Ну и, конечно, надо немного задонатить денег, потому что это все мероприятие бесплатное для нас. И здесь нужно просто оставить какую-то денежку. 20-50 тысяч рублей. Донейшн. Что там происходит, товарищи? Что происходит? Не можем попрощаться, не можем уйти. Ты сказал черепахам пока? Понятно. Дариша, ты скажешь пока-пока, черепашка? Пока! Пока! Нет, говори!